Всем привет, продолжаем играть Лотра. Так, в общем-то у нас сейчас задания, да, их нужно сдать. Но перед тем, как мы их зададим, я сделаю вот так. И, собственно, тогда уже теперь мы сдаем. Ловкость, ну да, я ж беру, потому что тут мастерство пойдет. И стойкость. Ну, а копье мне бесполезно. Не буду его использовать, да и выглядит оно не очень. А вот здесь я даже не знаю, что мне брать. Штаны. Не, ну штаны мне точно не нужны такие. Давайте коробку возьмем, откроем на 50-м. Посмотрим вообще, что там можно взять. Следующее задание. Нам дают клинок, который неплохо выглядит, и камушек. Давайте возьмем. Далеко ли он делается? Да нет. Поблизости. Сбегаем. Коробка вот она, да? Жаль, она чисто с 50-го. Могли бы сделать, чтобы она... Ну, в момент выдачи просто под уровень. До какого-то определенного калировалось. Так. Задание обновилось. А, чуть дальше пройти, я понял. Не, ну тут сейчас надо будет прыгать, по-моему, да? Нет. Буду нет. Тут у нас сумка лежит. Ты же не дашь, да, мне спокойно сделать, что я хочу. Свидание. Так, журнал. Дает два задания. Первое задание дает нам тяжелый шлем, который хуже. О, у меня такого еще нет у гнома. А, слушайте, а очень смотрится, да, Трорку? Я его оставлю. Ну да, тем более, что здесь на мага и на смягчение очень странные вещи. Так, найти второй том. Давайте-ка сейчас вот это я спрячу, чтобы оно нас не отвлекало. Одно задание делается в логове когтероев, другое задание делается вот здесь. По-моему, да, это то, что нам нужно. Это у нас рычаги. Так. Это мы сделали у нас задание на обзорную площадку. Вернуться, доложить. Но сначала мы сходим в эту, в библиотеку. Или что тут у нас? Логово этих когтероев. Надо найти там второй том. По-моему, нужно будет гнезда обыскивать. Кстати, можно деяние на гоблинов, я думаю, закрыть. Он тут поблизости. Свидание. Так, и здесь я смотрю еще, да? Давай возьмем задание. Что тебе надо, а? Давайте-ка сразу нескольких соберу. Кричи. Это вы все собрались, а? Под землю? Вот и не угадали. Хилочка. Снимаем дебафы. Я понял. А, вот он. Я думал, надо будет на второй этаж подниматься. Хорошо. Здесь так здесь. Замечательно. Теперь мы, получается, все эти задания сдаем.
Подожди, или тут еще не все? А, нет. Ну все. А тут что-то курсорчик такой, будто бы еще могу взять. Было странно. Тут грот-багеты респавнились. Хотя тут были гоблины. Буквально минуту назад. Мне дайте посмотреть гоблинов, сколько мне надо убить. Я думаю, ладно, это мы сделаем по ходу. Сейчас я на это отвлекаться не буду. Там всего 5, как бы, поэтому ерунда. Пока действует буст. И даже 2, я бы сказал. Надо усиленно это все быстро проходить. Так, а мне, по-моему, сюда. Я немножко не там поднялся. Да, сюда, все правильно. Я начинаю потихоньку вспоминать вот эти все тропинки. Обходные пути и прочее. Так, сов. Вернее, сот. Ты даешь нам вот эту вот фигню. Сколок, но мне он не нужен. Слово совсем. Во-первых, он ничего не стоит. Во-вторых, ремесло я пока что не качаю. Ну, по статам он, конечно, проигрывает, но ради уникальной, довольно-таки, внешки я его возьму. Как и быть. Пусть будет этот шлем, я его перекрашу потом и, возможно, определю в какой-то его костюм. Ну давай меч, хотя без разницы. Новое задание, даже 2. Опа, это инстанс, похоже, да? И тут нам дают выбор. Либо средние перчатки, либо клеймора. Ну, в смысле, двуручный меч. Серьга. Какая-то странная. И на силу, и на ловкость. Как же я не люблю такие вещи. Ну и сапоги не для меня. Ну, брать на силу. Ну, потеряю чуть-чуть здоровье, да, заменю он серьгу этих. Следопытов. Забыл. Дунедайнскую серьгу, короче, стражей Аннуминаса. Что-то я припоминаю этот инстанс, но очень размыто. Найти и убить марийского капитана. Использовать для этого горн, чтобы использовать. Ну, горн, короче, чтобы использовать. Чтобы призвать Славги. Или Слагви, как там его, правильно, Слагви. А вот и гоблины, собственно, для деяния. Которые желают нам хорошего дня. Это не точно. Дыхай. Смотри, как далеко меня заметил. Так. Да, это я сделал. Поставим обязательно эту пассивку. Вот она мне добавилась. На 10 секунд снижает на 50% входящий урон. Это довольно полезный навык. И его надо бы поставить, да. Причем, что самое интересное, у людей, я уже, по-моему, это говорил, но я повторюсь, вместо этого навыка идет хилка. И проблема хилки в том, что она восстанавливает от 4 до 6 тысяч здоровья. Ну, как бы на высоких уровнях 4-6 тысяч это ни о чем. Там на сотни тысяч речь идет. А эта пассивка просто идеальна, потому что она в процентах. Неважно, сколько у вас там здоровья, у вас будет на 50% урон по вам снижен. Кулдаун 30 минут, конечно, да, 10 секунд работает. Но что-то где-то поможет танкануть каких-то противников сложных. Так, я подобрал наплечники. О боже. Такое. На мага. Ладно, мы не будем останавливаться.
Надо не забывать про вот эту штуку. Офигеть, какое эпичное место. Я бы сказал, это гигантский сортир. Не таз, который, собственно, в процессе работы находится. Так, Слагви призван. И что дальше? А, наверное, надо дальше идти, в смысле... А, нет, стой, тут нет прохода. Я нашел. Сейчас бы я прыгнул. У меня были подозрения, что надо прыгнуть просто сюда, но... Потому что я вижу, мы бы просто не выжили. И почему-то именно сейчас только Слагви мне предложили призвать. То есть до этого он мне не нужен был, да? Я должен был в соло идти. Что у меня есть возможность его призвать. Очень не умирают, а? Долго ты убиваешь, Слагви? Пойдем быстрее. Мне очень нравится радиус АОЕ атак у воителя. Тут он немножко другой, нежели чем у защитника. У защитника там... Один гамбит трехсимвольный, он имеет большой радиус атаки, да? Ну и тот гамбит дальнего боя, который считается самым мощным, Варден. Он тоже как бы, да, довольно большой радиус, там 10 метров имеет. А вот остальные все, это в частности опустошение, гарантия смерти, они действуют на маленьком радиусе, всего 5 метров. Это как бы делает небольшой недостаток защитнику. Зачем я призываю, если он со мной? Ну ладно. Бей его, что ты стоишь, смотришь. Ждешь, когда он начнет это делать. Меня хилишь или сам хилишься? Ладно, это все нужно починить. Еще колесо, ты смотри. Главное не сорваться. Все. Мы починили всю эту систему. Все, задание обновилось, нам надо на обзорную площадку. Ходим. Ага, и вот здесь мы появились, то есть мы отсюда вышли, получается, из этой двери. То есть все происходило вот в этом строении. Понятно. Но вне инстанции туда действительно никак не попасть. Так, меня начинает немного напрягать вот это вот все, что у меня тут находится. Надо будет почистить инвентарь. Сейчас мы сразу сходим, я продам всю вот эту ерунду, которую я понабрал. Да, давай. Это с нескольких цепочек, можно сказать. 43 золотые у гнома, не то чтобы много. И быть точнее, то совсем мало. У нас защитник, ой, защитник, страж, говорю. 53 уровня. Так, что я хотел взять? Серьгу, да? Немножко потеряем в здоровье, ну и ничего страшного. Зато урон вырастет. 6000 физики у меня сейчас. 129,2%. Потерял я 100. О, ну 3%. На 3% урон повысился. Неплохо.
Так, и тут я так понимаю, нас все в серебряной копе, да, посылают. Хорошо. А значит, отправляемся туда. У нас там эпос и следующая линейка заданий туда ведет. А после северных... Ой, после северных, говорю. После серебряных копий мы идем вот сюда, вроде как. Делаем тут. А потом уже всякие 21-е чертоги. Водные чертоги. Эти водные чертоги, по-моему, до 21-го делаются. Ну, по крайней мере, частично точно. Потом уже всякие багряные копии и прочее. Так, хорошо, конюха мы здесь разблокировали. У нас открылось деяние на обнаружение четырех. Так, подожди, а сверху тут есть что-то? Ну, кроме репутационной доски. Да вроде ничего и нету. Детмар. Сюда мы по двум заданиям приходим. Поговорить с Босси. На пути Дурина. Это как раз таки на севере. Вот здесь. Но сюда мы пойдем чуть позже. Нас все равно туда поведут. Не торопимся. К тому же эпос красный был. Так, мне предлагают перековать. Да, здесь есть. Кто может перековать? Замечательно. Найти Стилинга. Ладно. Сейчас мы это сделаем. Подожди. Так, что мы выберем? Second Wind Power Restore. Wind. Это какой-то навык, восстанавливающий стамину. Что-то я такого не знаю. Видимо, в другой ветке, может быть. По-моему, потому что я все скиллы получил, или это. Ладно, спринт duration. Это длительность спринта, получается, 45 секунд. О, очень хорошее наследие. Я его возьму, пожалуй. Это неплохо. Ну, правда, этого все равно мало, но лучше, чем ничего. Так, где этот спринт? Подожди, или это клинок? Это клинок. Мы еще повышаем ДПС, конечно же. Ну, на 13 секунд. 28 уже. То есть почти полминуты можно бегать. Кролик Энерджайзер. Неплохо, я считаю. Так, тут мы вот этом прокачиваем. Не хочется больше здоровья восстанавливать этим скиллом. Потому что я же в соло прохожу. Так, это у нас первая часть добычи ресурсов. Берем. Берем тоже. Это мы пока что убираем. Книгу. И тут у нас недоступное задание, но, по-моему, там задание на 16-й чертог или забытую сокровищницу, что-то такое. Ну, короче, на групповые инстанции. Которая на своем уровне, я, наверное, не буду пробовать воителем, это самоубийство. Меня там просто разорвут. Защитником я бы мог еще попробовать, но не воителем. Так, собственно, у нас задача поднять 50-й уровень за сегодня. Пока действует буст, я хочу получить 50-й уровень. Если я потом, выполнив все задания, да, там не буду догонять по уровню что-то, там, эпос, допустим, или холеский, ну, не будет хватать мне опыта, я тогда пойду просто в Анакурфу и поделаю там миссии. Там очень хорошо платят опытом. Ну и плюс гному понадобится много свитков, много кристаллов. Хотя кристаллов я уже набрал в районе 30 анфаласских. То есть это на одну пушку уже хватит. Без учета того, что у меня есть еще немножко кристаллов, которые до определенного уровня. Вот, но пока что я думаю две пушки и один камень.
Ну, посмотрим, опять же, по наследиям, какие есть наследия. Вот, то есть двуручье у меня будет для желтой ветки, и одноручье я сделаю для красной. Там будет косплей, короче, гнома Желорука. Ну, посмотрим, мне еще надо будет серые горы купить для этого. Сдаем. Средние доспехи. Ну почему? Почему тут на ловкачей все дают? Почему такая фиговая вариативность? Или булава? Убить Гатрока и убивать гоблинов. Это мы сделаем. Собрать броню. Гоблинскую, да не вопрос. Это все сделается вот в этом поселении. Гамилфилик. Здесь у нас еще инвизоры где-то ходят. Это точно помню. На самом деле с одним противником скучно драться. Даже в красной ветке, которая для этого приспособлена. Ты чё орёшь, а? Тебя слышно из 21-го чертога. Смотри какой, а? Чудик. Куда? Бежит он. Новое задание. Собрать фигмент кристалла. Здесь наскальная живопись есть. А что она изображает? Подождите-ка, что-то знакомое. Блин, я даже не знаю, ну какое-то сражение здесь, да? Может быть, какая-нибудь битва при Азанулбизаре? Хотя, навряд ли. Ну а вдруг? Напишите в комментариях, кто знает, что это за живопись и к какому событию она относится. А может быть, относится к походу Балина? Я даже не знаю. Просто их рисунки не очень мне ясны. Но это у меня вызвало интерес. Я такого не помню здесь. Да и вообще оно выглядит как-то свежо. Как будто бы это недавно разработчики нарисовали тут. Есть такое ощущение немного. Плаштоморье не самая новая локация. Так, не успела я похилиться, ну и ладно. Так, давайте-ка, наверное, рамку эту уберу нафиг. Я в этой рамке не вижу вообще, что у меня происходит со здоровьем. Вот, Йольская моя любимая рамка. Да, там можно нарисовать там вообще любую абсолютно рамку. Я могу сейчас рамку с шеллоп выставить вообще какую угодно. Вот что-то не знаю, мне вот такая вот больше всего привычнее. Так, а собственно, что я тут ищу? Я, по-моему, все сделал, что нужно, да? Посмотрим. Этих добью гоблинцев. Потому что, если так, я теряю время просто. Ты стоишь все это время тут стреляешь, подойти не можешь, что ли? Молоток выпал. Что за молот? О, такой себе. На картинке ого-го, а на деле... Кирка. Ладно. Надо отсюда уходить. Пока что. Но это не все задания здесь. Это я точно помню. Сейчас мы сдадим, и тут должна быть следующая пачка. Так. Сдаем. Давайте, я не знаю. Ну, пусть будут наплечники. Новое задание. Так, а вот это уже хорошо.
Да, это просто замечательно. Сапоги на меня. Они, конечно, защитные, но они по всем статам лучше тех, что у меня. А у меня сейчас сапоги Сангмара. Да, и нам нужно воспользоваться вот этим проходом. Здесь, по-моему, нужно сейчас будет ловушку устроить, да, и убить одного из гоблинов. Да, вот оно, это место. Я с тобой согласен. Да, вот эта новая рамка с войной трех пиков, она все-таки убогая. Я крайне не рекомендую никому ее приобретать. Я приобрел, потому что у меня чуть-чуть не срослось с количеством этих сумок, которые я крафтил, одна лишняя осталась. Ой, я же забыл сделать ловушку. А, я накосячил, забыл ловушку сделать. Ладно, мы подождем чуть-чуть. Тоже серьезно, гоблин. Его именно ловушкой надо убить. То есть игра не рассчитана на то, что я буду его так бить. Хотя я и побеждаю, как бы, но... Игра к такому была не готова просто. Сейчас он должен быстро отреспавниться, я надеюсь. И в следующий раз, когда... Да, вот он. Иди сюда. Бабах. До свидания. Все, мы теперь уходим отсюда. И сдаем задание. Так, давай мне поговорить. Я понял. Теперь надо сходить доложиться. О, червяк решил поиграть в игру, да? Я думаю, он больше не захочет. Тут полно, конечно, мерзких тварей всяких обитает в море. Давайте вернемся на север, да? Вот здесь поздаем задание, а потом уже пойдем ниже. Там лагерь еще есть. Надо будет только задание не спутать, не взять случайно на сокровищницу забытую. Я даже защитников соло ее не могу сделать, просто потому что там надо вращать одновременно колеса с разных частей этой сокровищницы, чтобы гномы все одновременно повернулись. И открылось хранилище, иначе никак. Меняем сапоги, здоровье скакнуло. Физика, ну, тоже вроде бы, да? Неплохо с физикой все. Поговорить с Талфаром в лагере добытчиков. Это, собственно, мы сейчас туда и пойдем. Сдаем первое задание по добыче руды. Мы пытаемся разрабатывать различные рудные залежи, чтобы найти Митрил. Так, по-моему, вот это все я могу продавать, да? Тут же ничего нету нужно. Куча банок, я ими не пользуюсь. Пока что. Но я думаю, что в будущем вполне себе возможно. У нас еще один воитель 56 уровня. И на 1000 хп у него больше. Ну, как бы разница в 7 уровней. Да. Посмотрим, сколько у меня будет на 56. К 60 хотя бы надо 10 тысяч хорошему сделать. Хотя, если я не собираюсь никуда ходить... А, ну я же хочу в один инстант самарийский сходить. Человека. Я не буду говорить, как он называется. Кто догадался, тот догадался. Сейчас мы вот здесь поздаем. Талфар. Я думаю, мы сейчас быстренько добьем 50-й. Так, тут дают... Говно, говно. Двуручный молот.
Гася, выглядит он внушительно, но мне это не подходит. Да. Поэтому я возьму коробку. Many foulings dwell in the depths of the mountains. I fear the orcs will be the least of our troubles. Берем, просто берем. If Durin's Bay lives still, we will destroy it and make it a thunder to terrify our foes. We have little time to speak. Great events have been set in motion. Еще где-то на восток куда-то ведет. Там тоже какой-то NPC есть, что ли? Куча мышь, мне она не нужна. Тут надо осмотреть рельсы, да? А что тут осматривать? Тут задница пришла всему. Запустение. Смотри, какая тварь неприятная. Так, а что за деяние? Этих дракончиков этих убивать. Такое себе. Также осматриваем здесь. У нас тут все плохо. Все везде поломано. Надо восстанавливать. 1000 лет море было закрыто для гномов. Ну ладно, 900. 900. И то 900 нет, это я накидал очень много. Экспедиции Балина. Так, и еще, по-моему, вот сюда куда-то надо сгонять. Тут, конечно, враги есть. Что-то против будут иметь. У меня этого дракончика. Да ну в самом конце, ну. Больно бьет еще, зараза. Давай, осматривай уже. Здесь тупик, хотя тут не был тупик, да? Просто здесь рельсы раздолбаны. Тут еще есть указатель. Он дает задание? А, нет, он не дает задание. Это мы ставим, получается. Указатель. Все-таки напала скотина эта, да, на меня? Он сейчас быстро передумает, я думаю. Давай за компанию. Это мы собрались, а? Так, и ставим здесь, получается. Ставь. Вот. Теперь, я думаю, можно сдать, в принципе. Что сейчас снова еще будут задания. Поговорить с Гуфием. Что, какой-то инстанс? Нет, подожди, давай сначала сделаем вот здесь задание. Там уже всякие инстансы и прочее. Там интересно живет, а? Стоит. Нам нужно вот сюда попасть, на эту платформу. Пробежимся немножко. Я надеюсь, меня с козла не скинут. Собраться. Нормально все. Может, до сюда дошли. Врагов мы потихонечку рубим. Еще деяние выполнилось.
А, убийца гоблинов в море. Понятно. В принципе, да, она довольно быстро делается. Учитывая, что море кишит просто гоблинами. Доски есть, но, к сожалению, ремесло я не накачал нужного уровня, поэтому доски мы пропускаем. Мистер Инвизер. Жаль, стена клинков не дает пыл. Было бы намного проще сражаться. Ну, быстрее, я имею в виду. Я, кстати, слышал озвучку вот этих вот выкриков и прочего у этих. У Stone Tags. И у них, надо сказать, не очень озвучка сделана. Ну, то есть она новенькая, она свеженькая, типа, но мне лично не зашла. Не знаю. Мне больше у обычных гномов нравится. Так, а где еще один остался? Подожди, я все сделал. Да, 8 из 8. Замечательно. Это врагов, а ты подходишь, Да. Жучок. Так. Дебафы еще. Где тут враги? Еще игрок. Боитель 59-го. 10 тысяч. Нормально. Но я не туда вообще иду. Здесь у нас просто спуск к сокровищнице. Также этот... Кузнечный путь здесь есть. Или как он там называется? Я уже не помню, если честно. Мне просто надо еще одного противника убить. Гротбак подойдет, отлично. Тогда я выбираю тебя. И все. А, это задание, по-моему, вообще надо где-то найти проход, да? Куда-то. Перейти как бы в другую локацию, тогда может быть... До гнома. Может быть, надо просто оббежать всю эту конструкцию. Сейчас, я думаю, разберемся. Так. 20 минут еще босс действует. Я возьму коробку. Задание. Инстанс, да? Сейчас мы сходим в этот инстанс, мне интересно посмотреть. Это собрать какую-то... Субстанцию, не знаю, что это. Короче, с червей собрать материал, который позволяет им светиться, я так понял. Давай хил усилим еще. И сходим в этот инстанс, я что-то такое не припоминаю. Mithril, it is called by the elves, and true silver in the common tongue. But the dwarves do not share their own secret name. The hope of все, я начинаю вспоминать. Вспомнил, да. Заброшенная старая шахта. Тут надо пособирать инструменты. Умрите уже все, а, бесите.
а дебафы? Чё дебаф не снялся? Или, видимо, их больше было? То яд висит неприятно. Собираем. Иди сюда, что ты там метаешь свои копья? Сразись с настоящим самураем. Так, 3 из 6, 4 из 6. Все, приближаемся и приближаемся к 50-му. Это значит, что мы возьмем предпоследний подарок за уровни. Последний будет на 51-м, по-моему. Сейчас мы скоро в этом убедимся. Так, давай, подбирай. Еще одна осталась, она наверху, скорее всего. Ну да. Грот бога можно было этого не трогать. Пофиг на нее. Отлично. Поговорить с Гуфи. Я, пожалуй, таким образом выйду. Так. И все, он не дает больше заданий. Хорошо. Значит, у нас всего два задания. А, нет, подожди, это не черви, это зажечь лампы. Вот они, да. Я спутал, просто тут есть задание еще с червями связанное. Что я чуть-чуть перепутал. Давайте зажжем, почему бы и нет. Этот готов. Найти Флика. А где же его найти, а? Где же его найти-то? Я не знаю, как сюда попасть, не помню. Ну, сейчас, может быть, поищем чуть-чуть. Сильно прям зацикливаться на этом я не хочу. А, лампы у нас ведут... Да, я вспомнил, где остальные лампы. Они внизу как раз таки. Они ведут к сокровищнице. Угомонисты там. Так, собираем. Я не успеваю уже. Пришли меня убивать. Почему именно туда бежить? Странно это. Именно к обрыву. Уиу. Давай зажигай. А что это еще за указатель? А, там еще один светильник. Но я надеюсь, он не нужен будет. То есть тут с запасом, я надеюсь. Блин, мне вот интересно, а усиление тапка есть на наследиях именно на зачарованных легах? Потому что я бы хотел иметь тапок. Только подольше, чтобы он работал желательно. Желательно, чтобы 2 минуты он работал. Ха, перезарядка 2 минуты и работает 2 минуты, нормально. Нет, все-таки, видимо, фонарик обязательный, да? У нас вот как раз таки это сокровищница. Ваш левел слишком низкий. И хорошо. Я туда не собираюсь пока идти. Значит, пропустил лампу. Хотя, по-моему, тут еще одна есть даже.
Главное не упасть, что это будет смерть моментальная. Интересно, насколько там глубоко, а? Ну там вон прям чуть ли не каменное основание видно. Там прям совсем глубоко. Вот этот светильник. А, вот он. Все. Да, отлично. Значит, не придется туда. И тут у нас дорога есть. Она приведет меня к этому гному или нет? Будет сейчас это проверить. Если как-то вот здесь подняться. Оп. А, так стоп, это ж тот же самый подъем, где и был. Защитник 52-й ХМ. Пусть проходит. Тринадцать минут. Не, ну вот этого флика надо найти. Да вспомнить, где он вообще. Так, еще одно задание найти Сори в южных тоннелях. Тут я даже не знаю. Давайте поедем сначала в южные тоннели. А, ну, по-моему, вот как раз-таки тут проход, заворот, да, вот здесь у нас вход в этот город, часть, и тут как раз-таки к гному мы сможем попасть. Наверное, так, вроде бы так. Поэтому нам в любом случае на юг. Ну, пока не проверим, не узнаем. Будем вспоминать, да и может быть кто-то из вас тоже будет проходить море в скором времени, или сейчас проходит. Тоже будете знать, где определенное задание ищется. Мы сдаем, ага, там уже выехали за мной, я понял. Собрать. Берем. И руда. Вот как раз таки задание, связанное с червями. Надо там убивать. Они мои. Черви все до единого. Да столько народа здесь, а. В начале серии никого не было. Сейчас просто полно. Так, собираем руду. Одна из восьми. Тут немало ее, конечно. Надо собрать. 8 не то чтобы много. Бывает и по 20, и по 30. Так, это мы сделали. Неплохой крит прошел. Плохой. Тут нет больше руды. Значит, идем дальше. Это сейчас, короче, плюс уровень будет. Факт. Даже без буста. В принципе, свою работу этот буст уже сделал. Из 15 у нас будешь 13 14 15. Отлично, только вот руду еще надо бы 3 куска добыть. Ее тут много, я смотрю. Отлично. И никем не охраняется даже. Так. Ну. Отлично.
Задания выполняются, лотропоинты пополняются. Эндвайт приближается. Сказать, покупка Эндвайта. Ну, конечно, мне не пришлось бы покупать эти квест-паки, если бы я ввел летний бонус-код, но возможности у меня не было. Вы и ах. Так, смотри, вот я тебе одно задание сдаю. А, это мне сразу уровень выдает. Отлично. Деяние. The Vile Maw. Это у нас на Вотчера. Деяние открылось. Хорошо. И, по-моему, еще какое-то мы сделали, да? Схватка разблокировалась. Очку классовых талантов я получил, получил. Что можно взять? Урон Горна. Я вот это возьму. Просто увеличу дамаг. Там дальше будет видно. Будем наращивать. Вообще надо бы добрики еще догнать уже до капа. Он постепенно увеличивается, потому что я... Повышаю уровень быстро. Так, давайте подарок откроем на 50-й. Что у нас тут? Вещи не ломаются в течение 60 секунд. Фигня. И на следующем уровне последний подарок. И давайте коробки. Да еще и средние. Вы издеваетесь, вы серьезно? Хотя тут вот, допустим, кого? Идентичная абсолютно броня, это странно. Вот это взять, что ли? Давайте вот эти штаны, наверное, возьмем, да? А сейчас я тебе внимание уделю, подожди. Кто там хочет моей смерти? Так, южная часть тоннелей. В бою не могу использовать, да? Замечательно. Ну вот зачем тебе это, а? Ну зачем? Ну просто зачем? Давайте вот этот шлем я, наверное, возьму. Он хороший. Он даже лучше моего. Хотя он зеленый. Он больше стойкости даст и... Хотя тут максимум морали. Ну ладно, сейчас посмотрим. А как ты бесишь меня, а? Исчезни отсюда, уйди. Тебя вообще никто не просил сейчас вмешиваться. Так, давайте, ладно, проверим. Ну, плюс чуть-чуть хп, ладно, пусть будет. Тут чуть-чуть и поубавилось. О, господи. Посмотри, это еще все это. Гномий шлем, говорите, ага. Он прям гномий, я не знаю, насколько. Максимально гномий. Ну ладно, пойдет. Зачем средние давать? Почему нельзя было просто по классу выдавать броню? Теперь, по крайней мере, я знаю, что в этих коробках. Так, добываем. Давай-ка по газам. Плюс 25% к скорости бега. Почти 38, как у защитника. Но у воителя вот эти 25%, они очень быстрыми воспринимаются. То есть даже быстрее воспринимаются, чем... Вернее, воспринимаются более, как сказать правильно, более существенным приростом к скорости, чем форсированный марш у защитника на 38%. Или у медведя на 40%, наверное, потому что там постоянно такая скорость, и ты просто привыкаешь и считаешь это нормой.
что обычная скорость воителя для тебя слишком медленная. А потом, когда привыкаешь к воителю, то все становится наоборот. Так, вот эти твари меня не интересуют. Просто хочу сдать задание. May Durin return soon to his halls. Спасибо. Еще одно задание. Abide here a moment and speak ага. with me. Так, меня там обливали. Я вот это возьму. Хорош. Найти Никра. Потерянный гном. Это еще чуть южнее, да. Там мертвый гномик, вот надо его найти. И неплохой браслет получу. То есть он повысит силу, он повысит все статы, неплохо. Ну, здоровье еще. Тоже вроде повысит. А вот и он. Применяй, пожалуйста, скиллы. Я нажимаю. Свидание. Ага, тут у нас новые деяния классовые. Открываются постепенно на скиллы. Не, этот шлем все-таки лучше. Но этот можно как бутафу, хотя зачем он мне? Эльфийский шлем. Этот все-таки получше. Силу чуть-чуть больше и здоровье больше выходит за счет того, что хоть и стойкости меньше, но прибавка к здоровью именно к самому есть. Это я возьму. Надеюсь, будет получше. Ну сейчас Эйлиангар я заменю. Коробку не хочу брать, ну и нафиг. Опять там вот эта фигня. Так, давайте, давайте заменим. О, кстати, у меня же еще тут есть шмотки, да. Я вспомнил, я которые нашел. Я могу их теперь надеть. Вот, наплечники, допустим. Кстати, неплохие наплечники. Подождите, они случайно не из той же оперы, что и вот эти перчатки. Потому что что-то как-то... Ну, цветовая гамма чуть-чуть отличается. А если покрасить, допустим... Да не, наверное. Не, чушь. Ладно. И тут еще один браслет. Ой, какой хороший. Это оба браслета, короче, под замену идут. Раз... И два, по идее, да? Да, здоровье прибавилось, все прибавилось, неплохо. Так, ну и все, я, получается, вот так вот сделаю. Остальное я просто продам, что мне не нужно. Я уже совсем забыл про эту тему. Что у меня пару шмоток, я их в Ангмаре нашел, по-моему. Когда делал эпос... Вот. А еще я там, кстати, пробовал сражаться с Мордеритом. Это было на 45-м или на 44-м уровне. Ну, короче, Мордерит был фиолетовый, и я ему снес там, я не помню, треть здоровья. И начал душиться дальше. То есть дальше мне сил не хватало его убить. Ну, в принципе, какой-то урон наносить. Я и так там хилился, и так это... Как мог, жил, но все-таки фиолетовый, даже не красный. Так, выполнилось деяние. Неплохо. Неплохо. Он дот. Сдаем. 10 лотер поинтов. Замечательно. Тут у нас еще задание. Раз. И три. Мы будем делать здесь задание. Потому что они мне нужны. И тут у нас еще один активатор задания. Это у нас загадки, что ли?
по-моему, вроде как. Нет, видимо, туда надо как-то другим спон. Потом, ладно, беремся. Я думал здесь, что-то я не вижу, чтобы тут какой-то проход был. Жучок тоже получил. Сам виноват. Надо нам дебафов. Рано прервал, ну ладно. В принципе, особой роли это не сыграло. Здесь у нас отгадки. Только я не понял, я взял там задание или это не отсюда? Смотри, я свою зеленую жижу распыляет. Это больно становится. Болючие противные твари. Я не знаю, на каком уровне, но надо будет поменять топор. Ой, ну в смысле легендарное оружие на топор. Что меч мне не очень нравится. Ну, меч не нравится у гнома. У гнома я хочу видеть более тяжелое оружие. Давайте на 10 минут увеличим свою стойкость. Так, еще вот этих вот когтероев надо будет здесь убивать. Убивать по-черному. Как же все тупит, а? Вроде неплохо. У нас нет прохода. Я думал, вдруг тут будет какая-то дверка, в которую можно зайти. Увы. Здесь я также слабо очень помню задания эти все, поэтому могу здесь немножко потеряться. Держи. У меня есть еще на 60 уровень, по-моему, камень, ну, рунка второй эпохи. Надо будет не забыть про нее попользоваться потом. Но это через 10 уровней. Так, уничтожаем эти гнезда. Мне бы вот это все продать. Где еще одна? О, еще спуск есть. Интересно. Кристалл. Тут у нас еще одно задание. Как раз. Замечательно. Хорошо, что мы сюда пришли. Только вот здесь уже гротбаги заправляют. Ой, здрасте. Разбудил? Не мою. А я на секунду раньше прервал, чем надо было.
Вернее, я просто сократил анимацию, а потом уже начала она использовать свой навык. У прерывания 10 секунд, да, кулдаун. Это довольно много. Особенно для какого-нибудь стейрса, где босс может просто одно за другим каст делать. Желательно побыстрее бы прерывать это все дело. Так, 6 из 9. А вот эти другого цвета, я смотрю. 7. Пойдем-ка. Так, а ну-ка подождите-ка, что-то я вот этого не помню. Можно по вот этим верхним передвигаться. Интересно. Этажам, скажем так. Да тут ничего нету, да? Ну, мост оброшен, там тоннель дальше. Неизвестно, что получится узнать. А здесь... А здесь, возможно, куда-то и приведет это все. Я даже не знал, что тут можно сюда попасть. Жду червей этих, а? Неплохо, неплохо. Но я здесь реально не был ни разу. На этой возвышенности. И не знал, как сюда попасть. Да и не было желания. Ну, теперь я тут побывал. Ну, это Лотра. Что еще сказать? Тут, как бы, ты можешь 9 лет играть в ту игру, а потом узнать что-то новое. Из старой локации. При том, что ее не обновляют. То есть, это чисто старые все. Это же все было, я так подозреваю. Вот по вот этим я еще походил бы мостиком всяким. Интересно. Вот туда, видимо, совсем никак не попасть. Так, ладно, у нас еще гнездо этих героев. Еще последнее не уничтожил. Тут как бы намечается вопрос, а где я тогда пропустил? А, вот оно. Прям на видном месте и не заметил, надо же. Интересно. Надо еще этих дракончиков вот этих добить. Драконидов. Куда они здесь спрашиваются? Давай-ка вот не плюйся. Из этого все. Ну, дуди. Вот что это за пауза? Раздражает она немного. Так, отлично. Это мы сделали. Получается, все, мы теперь возвращаемся, сдаем задание. Как вот сюда попасть? Мне прям
Интересно. Зря. Я, получается, не взял это задание, да? Блин, по-хорошему бы это перевести. I can sizzle like bacon. I'm made with an egg. I have plenty of backbone, but lack good leg. I peel layers like onions, but still remains whole. I can be long like a flagpole, yet fit in small knots. Holes, вернее. What I am. Давайте попробуем. Не знаю, какой-то вариант рандомно выбрать, что ли. Я как бы на русском языке не очень в эти загадки мог. Я помню, тут по нескольку раз я не смог угадать. Вот. Это на русском языке, сейчас на английском. А тут у нас есть змея. Или подождите, или это единственный вариант? Видимо, да. Подождите-ка. Это задание что, облегчили, что ли? По-моему, уже тут надо было выбирать табличку, разве нет? А, или стоп. Вот здесь еще одно задание. А, дают плащ. Кстати, плащ неплохой. Да, он на ловкость, но... Ну, хотя я не буду его надевать. Потому что у меня замечательный плащ. Все, что нужно. У меня на плаще есть. Так, тут что-то про ночь и день. А, хорошо. А, есть жук. Есть могила. Что такое? Карта, что ли? Река какая-то есть, а, дождь, месяц. Сейчас попробуем выбрать месяц. Да я или нет, тут задание-то близко берется, поэтому. Если не угадаю, даже можно будет переиграть. Наверное, оно. Да, я угадал. И плохо. Так, ну и получается тогда все задания вместе. Мы теперь едем и сдаем. Я думаю, на этом можно будет закончить серию. А потом в следующей серии пойдем искать вот это вот гномика, которая у нас там прячется где-то, не пойми где. Я все-таки должен его найти. Наверное, по дороге где-то и тут, может быть, срезать. Я не помню, как туда пройти. Так, аж 4 задания я тебе сдаю. И мы продвигаемся наполовину. Почти. По уровню. Да не почти, а наполовину фактически. Так, перековка. Хорошо. Еще одно задание. А, ну давайте тут еще одно задание сделаем. У нас что-то с добычей связано, да? А, ну все правильно, вот он. Очередной металл, который мы для пробы собираем. Есть ли в нем митрил? Мне и самому интересно, на самом деле, остался ли митрил в
немножко задумай, почему это единственное место в Средиземье, где Митрил есть. Так, стоп, а тут, наверное, можно выйти вообще отсюда. Снаружи поделать. Так понял, судя по зоне поиска, она большая, то есть можно спокойно выходить. Сейчас мы это проверим. Так, ну тут обычный скарн и доски. Ой, нет. Я ошибся прям. Ошибся конкретно. Ну, значит, чуть дальше где-то. В этом же районе оно все есть. Южнее. А, вижу. У нас водичка, я не хочу падать. Не буду проверять, что будет, если упасть. Сейчас сагрятся. Долго стою, конечно. Не, ну плащ, правда, он похоже. Ну, конечно, замечательный, но... На ловкача он бы зашел вообще на ура. Я не знаю, почему тут на ловкачей так дают вещи. Вообще есть, знаете, немножко такое у меня чувство насчет вот этих всех вещей. Средних вещей, да, там на атаку, которые на ловкость. Ну, я имею в виду на силу и на ловкость, которые дают вещи. Много тут средних. Вот. Мне кажется, это связано с тем, что вместе с Морей вышел класс защитник. И как бы у защитника физическое мастерство и силой, и ловкостью поднимается. То есть из-за этого, может быть, больше таких вещей дают. То есть либо средних, либо на магов. Потому что еще и хранитель руны вышел. И как бы это все идет в ущерб таким тяжелым классам, как воитель, рыцарь и страж. Ну и Биорн, соответственно, в будущем. И что-то мне подсказывает, что я близок к истине. Так, мы сдаем это задание. Еще дает задание. А, использовать козла? Давай. Куда он нас переместит? Наверное, в лагерь, да? А, в лагерь, да, но не в тот, который я подумал. А, забавно. Ну, давайте... Нет, сначала мы перекуем, потом сдадим. Так, что мы возьмем? Strike, Skill, Power, Cost, Devastating, Strike, Damage, Multiplayer. Это, по-моему, из красной ветки навык. Ну ладно, возьмем его. Пусть будет. Следующее задание — поговорить с Ликмундом. Ликмунд у нас, ага, это уже ведет туда, куда ведет эпос. Поэтому этим мы чуть позже. Ладно, хорошо, давайте мы на этом остановимся. В следующей серии, наверное, отсюда и продолжим. И отправимся, вот поищем вот этого вот гнома. Интересно. Найдем мы его или отменим задание, не суть важно. Нам есть потом куда идти. Так, тут еще эпос Ангамара. Да, надо будет разобраться потом с Мордеритом. Тоже, может быть, отдельную серию. Это все не к спеху. Я Тень Ангмара проходил 100 раз, поэтому можно на них забить. Вот. В любом случае, на этом я пока что с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. До встречи.